Радий представити гостю нашої студії директора Миколаївського міського палацу культури і урочистих подій Людмилу Бондар. Доброго ранку Доброго вам. Ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, сьогодні говоримо про парад карапузів. Це справжній фестиваль, як на мене, тому що малеча має можливість апгрейду своїх транспортних засобів. Батьки в цьому намагаються переуспіти. А що цьогоріч чекає на миколаївців? Это у нас по счету уже 7-й парад карапуза в нашем городе. Мы проводим его ежегодно в День города вместе с Ассоциацией деятелей эстрадного искусства. И как обычно, это очень красочное, яркое, веселое зрелище, которое любят и наши горожане, и, собственно, родители, где вот у них есть простор для творчества. И наши образы, которые были представлены в течение 7 лет, это подтвердили, потому что... Иногда кажется, как можно эту колясочку украсить, но было у нас все, и экскаваторы, и скорая помощь, и в этом году тоже обещают быть интересные образы, я не буду говорить, какие именно, но это, конечно, сказочные герои, это представители флоры нашей, и даже исторические персонажи, поэтому... Приглашаем всех желающих. Начало у нас будет торжественное начало на Каштановом сквере в 12 часов. Но в этом году, чем этот год отличается от предыдущих, в этом году мы планируем настоящий парад, то есть шествие от детского мира до Каштанового сквера в сопровождении музыкантов. В общем-то, тоже будет полноценный парад и конкурс. Угу. Вот, потому что в этот праздник мы, конечно же, нашим малышам дарим подарки. Ну, не мы, а наши партнеры и спонсоры этого замечательного, веселого действия. А если говорить о регистрации, на сегодняшний день уже много зарегистрировалось? И до которого числа есть возможность? У нас на сегодняшний день зарегистрировалось уже 15 участников. И принимаем мы заявочки вплоть до последнего дня перед парадом до 15 сентября. В этом году День города, еще раз напомню, кто не знает, немножко сместился, он будет у нас 16 сентября. И, в общем-то, обещают быть довольно интересным, потому что в этом году День города будет открытие торжественное на нашей центральной площади, на Соборной площади в 11 часов дня. Угу. Тоже мы предлагаем новую такую новинку, в общем-то, предлагаем николаевцам поддержать новую традицию – день рождения города, день рождения семьи. И в этот день на Соборной площади городской голова будет поздравлять наших молодоженов. Те, которые нашли время в своем плотном графике, потому что для молодоженов на самом деле это очень длинный и непростой день. Но тем не менее, спасибо, есть у нас участники, которые готовы поделиться своей радостью, своим счастливым, своим счастьем. В прошлый раз, когда мы встречались в эфире, вы говорили, что там еще определенный дресс-код желательно бы, либо цветовая гамма. В этом году День города Миколая солнечный мисту. Поэтому, конечно, и для карапузов, и для всех наших горожан, кто не обязательно это должны быть участники наших мероприятий. Это могут быть просто горожане, которые поддержат этот бренд и, в общем-то, придут с какой-то колористики, которая соответствует их представлениям о том, что такое солнце, свет и так далее. То есть праздник обещает быть светлым, таким, наверное, домашним. Будут на Соборной площади состоится концерт, подготовленный и учреждениями культуры города, и управлением образования городским. Это будут лучшие номера лучших коллективов наших учреждений. Так что, друзья, готовьтесь, но все-таки возвращаясь к параду карапузов, я предлагаю сейчас посмотреть небольшое видео с прошлого года, как это было, и вспомнить, возможно, самые яркие образы. Від яскравих кольорів очі розбігались, як і від костюмів казкових героїв. Пірати, пан Коцький. Майданчиком пройшлась і ціла родина суперменів-супердівчат. Здивувала композиція «Український ярмарок». Аби зібрати таких фантазерів, працівникам Палацу творчості та урочистих подій довелось докласти зусиль. Ми шукали через інтернет. Ми дзвонили нашим прошлогоднім карапузам, які приймали участь. Дійсно, сьогодні кілька сімей прийшли, ті, які вони вже сьогодні в інших образах, але вони в прошлом році також участвували. І, в общем-то, по почті циганської, сарафанне радіо теж у нас працює. І ловили ми просто на вулицях. Родина Позняк і виявилась запрошеною випадково.
Мы вышли первый раз вообще погулять с ней, ну и приехали сюда на Советскую. Вот, как-то случайно проходили возле зала торжественных событий, да. Ну і нам предложили, ми сами. Часу на вибір образу було небагато, лише пару днів. Врятувало те, що за освітою мама Олена – модельєр. Це все було створено за один день. Получается, день рождения ж города, хотела сделать что-то в честь дня рождения города. И мы сделали как бы праздничный торт и написали вот Николаю 227 лет. До речі, карапуз сім'ї Позняк Евеліна – найменша учасниця параду. Їй 2 тижні. Родина отримала спеціальний приз. А цього разу без подарунків не залишився ніхто. Як то кажуть, аби було бажання, завжди знайдеться можливість проявити свою творчість. Якщо згадувати за ці 7 років, які костюми, можливо, батьків і взагалі оформлення колясок дитячих можна згадати, що це було щось шедевральне? Ну, вы знаете, иногда там, наверное, просто какие-то сложные инженерные решения, потому что я, например, не представляю, как можно из коляски сделать экскаватор. Но такое было. У нас была настоящая карета, выполненная и украшенная очень профессионально. Я не знаю, может быть, сколько труда и сил стоило родителям, потому что на самом деле это сегодня такие образы, они еще и требуют определенных вложений. Вот. Ну, здесь уже на что способна родительская фантазия же и креатив. Поэтому сложно сказать. Очень много было образов, и обижать кого-то не хочется, потому что каждый по-своему был хорош. А в этом году есть какие-то ограничения по тематике все-таки? Ну, в принципе, ограничений по тематике нет. Единственное, чтобы это... То есть, как бы мы хотим, чтобы у нас был мир, поэтому... Образы, собственно говоря, должны быть тоже мирные, добрые, потому что нам сегодня в жизни, наверное, все-таки каких-то вещей не хватает. И хотелось бы, чтобы горожане просто отдохнули от своих, от суеты, ушли от быта и окунулись в такой веселый и светлый праздник. Так что, друзья, участвуйте, если есть у вас карапуз, есть желание. Ну, а все остальные, кто хотят посмотреть на этот парад, настоящее прям шествие, давайте еще раз напомним, что, во сколько и когда. Заявки на участие в параде принимаются в наших дворцах. Шевченко 58, Спасская 44, телефоны 47 46 26 37 28 24 до 15 сентября. Все вопросы, организационные моменты мы обсуждаем по телефону. То есть участие в параде как бы может любой желающий, никаких ограничений. Единственное, что возраст ребенка, потому что ребенок старше, скажем, 2 лет, его уже в колясочке сложно ему его удержать, поэтому здесь вот есть ограничения немножко в возрасте. В общем-то, все вопросы по телефону мы всех приглашаем и просим, обращаемся, давайте сделаем наш праздник, День города, замечательным, ярким, таким, чтобы он остался и в памяти горожан, и в памяти наших участников. Потому что запоминается именно то, что делается своими руками. Конечно. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию.